Всем привет. Следы мы раскроем, там будут появляться зомби. О, какой звук. Прикольный звук, кстати, прикольный. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, берем. Во-во-во. Прозрев, пердев, понятно, все пошло отсюда. Так, надо снизу открывать. Правильно, надо открывать сначала снизу, потом середину, потом вверх. Тут шевелится. Мы подобрали ключ. Где-то была. Это просто так, да? Странно, почему некоторые книги берет, некоторые нет. Где-то была дверь, короче, а там был нужен ключ. Сейчас будет трупак, зомби, нет? Кто-то говорит, что игра не страшна, но... Когда вы смотрите, конечно, вам не страшно. Когда вы смотрите. О! Эта фигня была закрыта. И чё? Идём дальше. Тем более для первого опыта это как раз... О, я включил, нет? А, все. Да, масло. Нет, нужно найти обязательно масло. Или иначе опять этого дебила будет пучить. Кстати, да, там дальше темно. Там темно. Сюда иди, мразь! Псина, сюда иди! Вы видели, здесь пес был, да? Ха-ха-ха! Хотел его обоссать слегонца. Так, нам бы сейчас найти эту плюшку, чтобы не ходить в темноте. Типа там рассудок, бла-бла-бла. Ну, нам нечем зажигать. Это плохо, кстати. Мы здесь были же. Мы здесь были. Да-да, начинается. Стоп-стоп-стоп, отходим-отходим. Где же взять нам костерчик? Подождите, все открыли? Это что такое? Прикольно, жопу выдирать. Так, ладно, идем, смотрим. Идем и смотрим. Сейчас опять будут его пучить. Ёлки-палки, ну где хоть одна плюшка? Твою медь. И когда мы долго так находимся, да, его начинает плющить. Ему нужен свет в конце туннеля. Как там нам стаб, да? Легкая головная. О! Во. Я вообще уже игру забыл, грубо говоря. Прошел один день, я уже игру забыл. Так, эта параша не открывается, да? Угу, ничего у нас нету интересного. Старые книги, это дерьмо не открывается. Бесполезная шляпа. Здесь ничего интересного тоже нету, да? А здесь был, по-моему, даже, да. И куда нам идти? Там дверь не открывается. Здесь мы были. Наверное, идти ключ да юзать. Наверное, идти юзать ключ. Где там? Вылетайте, мудаки. Но! Кому по щам стулом дать? Давай. Так, почему здесь все закрыто? Не понял юмора. Вот, теперь все открыто. Ага. Я что-то заблудился немного, подождите. Куда нам мусорное погрузили песок? Бла-бла-бла. Да пошли в жопу. О, дерьмо вылезло. Фой, фой, да-да-да. Чё тебе надо от меня, дура тупая? Чё за говнище? Здесь вообще хп есть? Говна, сколько кругом говна, фу. Типа зараза распространяется, да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нам ничего не страшно, мы ничего не боимся.
Я вижу свет в конце туннеля. Тараканчики. Но это не то место, это очевидно. Да, не то. Так, куда же нам идти-то надо? Где-то здесь, по-моему. Дверь была. Хорошо, не поддается. Да. Ищем. Вот. О, кровавое говно. Да мы здесь уже были. А это открывается, нет? Да. Ну что ж, я запутался. Надо искать. Надо искать, куда нам идти. Не подается. Интересно, ключ он сам активируется или нужно его куда-то вставлять? О, здесь, по-моему, дверь одна была. Вот, используйте ключ на двери. А как ключ использовать на двери? Так, во-первых, нам нужно уйти в свет. Быстрее, быстрее, братюня, или мы сейчас сдохнем. Вот. Во-вторых, как использовать ключ? Подождите, управление. Это все управление? А, вот. Действие. ЛКМ. Фонарь вращения. Непонятно! Используйте ключ. Правая кнопка мыши? Ладно, let's go. Опять нам ничего не видно. Используйте ключ. Стоп. Ну и чё? Надеюсь, здесь будет свет. В конце туннеля. О, как плохо видно. Это поможет мне фигня, по идее? Так, темноте вы постепенно тратите, зажигаете свет с помощью... Ага, иной источник света. Вот. Ну это вот он, иной источник света, правильно? Нет? Так. Микстура. Ну вот, все. Его не получит, правильно? Все, let's go. Свет мой зеркальца, скажи! Куда подевался барон? Че надо? Да плевать! Он оставил нам столько! Хватит доскончать! Мы сейчас сами напугаем мудаков этих. Ну и чё, и где? А, это просто можно... Убрит. Да. Идем сюда, нам нужен свет, свет, свет. Я помню. Так! Это что такое? Банка Куприта. Да. Короче, нам нужен свет. Я не знаю, что делать, но света у нас вообще нету. Вообще нигде нету света сраного. Давайте, давайте, хоть что-нибудь. Капец, а как я буду зажигать, если они не кладут даже говно это? Каким вообще местом? Ну я так сдохну, да. Ну это бред какой-то, реально. Ах ты тварь. Бутылка сраная. Открой. Блин, все, я мутирую. Еще хуже стало, да? Ладно, нам нужен план, короче. Нужно где-то взять сраный вонючий свет. Почему я так мало кладу зажигалок?
мышка, мышка наружка. Типа я сдох, что ли, да? Мы сейчас страх просрали, а? Ну что происходит? Давай. Я там же ощутился, да? Ощутился. Да что за говно? Что за параша вообще? Господи Иисусе. Да я так сдохну. Не, все, я сдох. На грани безумия. Какой свет, дауны? Ну нету света. Откуда я его возьму? Из жопы вытащу, что ли? Давай, зажги, братюня. Ну вот тебе и свет. Да. Блин, все, я мутировал. Сейчас у меня глюки будут по-любому. Так. Может, где-нибудь они прячут где-нибудь? Ну, елки-палки, дайте еще плюшек. Ну, дайте нам еще поджарим, давайте камень, кирпич. Угу, рубанок. О! Туница. Ой-ой-ой-ой. Так. Где выход-то вообще? Подождите. Рассудок, мой рассудок. А-а-а, вот как раз... все понятно. Вот такие вот у нас пироги. Мы должны разобрать это говно. Прикольно. Давай! Пойду мастером на стройку, давай. Отстаньте от меня, дебилы. Давай. Опа. Все по-любому еще не будет. Да вот давайте посмотрим. Сейчас кто-нибудь как крикнет за эту дверь, да? И чё? Фига тут прям физика, да? Физика шмизика. Ну убирайся, говно. Так, там будет сейчас темно. Наш рассудок пал, да ты тварь тупая, а? Уберись отсюда. Кусок говна тупого. Чё надо от меня? Ага, не могу. Тупой инвалид. О, давай, падай. Тихо. Свет, мне нужен свет. А, типа я рассудок восстановил? Ау! Ау, ау, ау! Так, ну а сейчас баловаться нельзя. Я же здесь, по идее, не должен терять рассудок или теряю. Так, все. Прошли мы еще одну дверь, пойдемте дальше. Дальше, дальше, дальше. Что у нас здесь? Эта дверь не открывается. Во, если враг близко. Блин, ну что за говно? Хватает мне фонарика. Если враг близко. Ну сейчас будет первый враг у нас, да? Чё, графика изменилась в худшую сторону. Давай, во. Этого плющего просто. Сейчас будет у нас здесь враг, как я понимаю, правильно? Где он, здесь? Нет. Кто здесь? Так, а это свет даст мне нормально? Да. Света нету, ёлки-палки. Сейчас такое...
посрать вообще. Так, нам нужен... Вон стоит, говна кусок. Так, используем настойку, чтобы поправить здоровье. Почему у меня глючит-то? Какого фига? Я еще и мутировал? Я ничего не понял. Стоп, почему мы сдохли? Да, все, я сдох. Какого фига? Чё за бред? Я стоял уже у света. Вот он, источник света, дауны. Или что это? Офигеть, я мутировал полностью, короче. Ни хрена не видно. Вот мне также ничего не видно вообще. Так. Окей. Ни одного фонарика, вообще ничего нет. Что за бред? Там где-то был мудак. Слушайте. А, все уже. То есть так он орет, так не орет. Вот так орет, так не орет, орет, не орет, орет, не орет. О, подождите, а можно ли окно разбить? Нет, здесь нет такой физики. Так. Подобрали мы тупица. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Где я? Help me! Так, дали бы мне фонарик, и проблем бы не было. Я ни хрена вообще не вижу. Ублюдки, о. Тупицу подобрали, отлично. Так, чекаем, ничего здесь нет у нас. Мухи говняные летают. А, вот у нас, кстати, жижа. Мы нашли жижу. Да, там что-то странное. Я соглашусь с вами. Все, смотрим. Так, что у нас здесь есть? Давай, врубай свет, ничего не вижу. Во. Это говно, да можно взять? Это, наверное, те зелья, которые, помните, мы были внизу в лаборатории, да? И мы собираем это говно. Там было, по-моему, 5 штук. О, подобрали тупицу. А здесь что, выхода нету, что ли? Странно. Странно, странно, странно. Где я? Так, у нас есть одна шляпа. Мы уже везде были. Так, ну и чё, и куда идти? Вот он, свет, правильно? Кто здесь? Не понял! А, помогите! Люди добрые убивают. Куда же нам идти-то? Вообще ничего не понятно. Ладно, пошли типа дай. Где мы не были? Вот, дверь открыта.
Я здесь был. Так. А, стоп, вот же, да. Точно, все правильно, я сейчас забыл. Мы же увидели следы. Так, подождите, что-то я не могу понять. По идее, это нужен будет проход, правильно? Или здесь проход не должен быть? Ну-ка, включи мне свет, давай, давай, ничего не вижу. Урвай! Странно, а зачем тогда вот эта вот жижа синяя? Какая логика вообще? Ну и чё? Вопрос вообще в другом, откуда она идет, в этом вопрос. Да. Непонятно. Да. Кто-то идет, говорит, прикиньте. Так, подождите, он сказал, кто-то идет, реально, по-русскому. Стоп. Ну? Почему он сказал, кто-то идет? Идет, подождите. О! Клюшку нашли. Так. Эх, непонятно. Непонятно, что делать. Помогите мне. Или отсюда уже надо уходить? Нет, не надо уходить. Что-то с тем шкафом реально не так. Не могу понять, что. И опять же, какие-то звуки ходьбы постоянно. Это просто так или здесь кто-то реально ходит? А нужно найти кого-то. Так, красная жижа. О, смотрите, зеленая жижа. Нет, это пожигать мы не будем. Надо экономить. Почему синяя жижа, зеленая? Я не понимаю, какая разница? В чем отличие? Ах, кто здесь? У меня вселился бес. А давайте прочекаем, может что-нибудь есть полезное. О, у меня рассудок восстановился, отлично. Понятно.
Вот где мы не были. Давай, братюня. Что такое? Эх, и ни разу мы не нашли сраное масло для нашего светильника. О, началось, давай, мои глаза. Что происходит? О, моя грудь сейчас разорвется. Мой пукан сейчас разорвется. Что за черт? Фигель, сделай что-нибудь! Смиритесь. Живыми нам отсюда не выбраться. Что ты несешь? Александр, ты подлый ублюдок! Выпусти нас! Все! Подлый ублюдок, выпусти нас. У нас еще есть зажигалка, да, по-моему? А, наверное, нету. Да, нету. Тварь, а. Ладно, let's go. Смотрим, что у нас здесь есть. Это типа мясо, что ли, или что-то? Куча говна какого-то. Бумажка там, жопу вытери, да-да, бла-бла-бла. Царская вода, нахрен не усралась. Мне темно здесь. Да, темно, во, еще. Или там было 4. Почему у меня, кстати, синяя фигня была? Скорее всего, я выполнил какую-то задачу, да, собрал вот эти вот кувшинчики. И было или 4, или 5, я вот не помню сколько. Так, опять его пучит. Нормально. О, в здравом уме. Нормально вообще. То есть полностью отрегенерили рассудок. Так! Чё, дядь, открывай. Всё, да? Больше ничего интересного здесь нет. Окей, мы подобрали какую-то шляпу. Угу. Я вот не помню, сколько там было сосудов. Не просто так он сработал, вот не просто так. Скорее всего, мы выполнили ту миссию. Ладно, пойдем тогда прочекаем. Я могу же выйти отсюда? Нам нужно пойти в лабораторию. Или там было 5? Наверное, было все-таки 5. Что, опять будет красное говно повсюду, да? Так, в прошлый раз мы спрыгивали отсюда. По-моему. Пошла нахрен, тварь. Архивы. Блин, здесь карта-то есть вообще? Карты, по-моему, даже нету. Во! 4 компонента. А, ну все, смотрите, как я и говорю. То есть компоненты собрали, делаем кислоту, потом выполняем другое задание. Нам сейчас нужно найти лабораторию. По-моему, лаборатория была, найти лабораторию и потом использовать эту кислоту, чтобы это красное говно, это жижа, короче, вы поняли. Вы все поняли. Как здесь красиво. Есть был, нет? Почему все закрыто? Или он заново все расставляет? Отсюда я пришел. Каталоги. Нет, стоп. Хоу. Кабинет, нет.
Да, он заново закрывает, что ли, мудак. Ладно, посрать. Так. Лаборатория нужна, лаборатория. Во, мы как-то так шли, я помню. Еще мужик проходил. Нет, по-моему, здесь и были. Во, в этой дыре, по-моему, да? Так, стоп. Да, в эту дыру надо войти. Поиграть на пианино? Нет, ну ёлки-палки. Бред, все закрыто, что за дебилизм, реально, кто закрыл? А где же... Лаборатория, где ты? Старые книги. Не отдается. Да, здесь у нас ничего нет у меня, да, ничего. Здесь уже было. Ой, плохо как. Тварь, а. Все, испортили мой рассудок. Ну и чё? Лаборатория. Нам нужна лаборатория. Дальше, дальше был проход. О, тварь тупая, а? Тебе по щам дать, чмо? Это что-то называется страшно? Кстати, наш эталон, получается, таким дымом и был, да. Я много раз замечал. Дым какой-то такой летает отдельный. Так, что же делает? Тупые. А, подождите. Карты, да? Чего он не бегает? Беги. Штаны насрал, что ли? Там, короче, у нас был кабинет с картами. Местная история. Ну-ка, подождите секунду, сейчас. Офигенные карты. Да. Не, хотя бы нам все понятно, что надо дальше делать. Мы все уже поняли, идти, короче, в лабораторию. Там делать странные зелья. Планы этажей, че я увижу. Капец, мне это помогло. Планы этажей. Ни хрена не понятно. Так. Ну-ка, здесь может ничего лежит? Нет, ничего не лежит. Че у нас по времени? Все, время у нас вышло. Вышло время. Давайте сейчас будем заканчивать уже. В принципе, мы сделали много, нашли 4 этих говна. Осталось дело за малым. То есть нужно найти нам лабораторию. Так что давайте мы здесь попрощаемся. Хорошее место. Ну,
В прошлом выпуске я снимал место, где была лаборатория. Если вы увидели, напишите в комментариях, да, где она была, чтобы я потом просто прочитал и уж туда пошел сразу. Где, в этой локации или в той, где мы были, где темно, много-много дверей всяких. Ну, вряд ли там. Короче, напишите, где была лаборатория. Кто не напишет комментарий к этому видео, тот лох. Все.